Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с Днем Святого Валентина. Это вам. Во-вторых, приглашаю вас на презентацию моей книги. Вот она. Ты кем себя возомнил? Ты что, писатель? В программе выступления моих друзей, чтение стихов Чарльза Буковски, напитки от Хортицы, показ короткометражного фильма «Неизвестный писатель» и кое-что еще. Книжку написал. Жду вас в магазине «Библиоглобус» на минус первом этаже в 19 часов. Донни тоже придет. Твоя книга — это не ты сам.